В Бендерах объявлен общегородской конкурс на лучшую проектную работу в области архитектурного и дизайнерского новаторства. Реновация въезда в город Бендеры со стороны города Тирасполь и прилегающей территории. Организатором такого конкурса выступила госадминистрация города Бендеры при поддержке Бендерского политехнического филиала Приднестровского госуниверситета, Бендерского высшего художественного колледжа имени Постойкина и Союза дизайнеров Приднестровья. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы, художники, архитекторы, дизайнеры, отдельные мастера или творческие коллективы, а также лица без специального профильного образования. В срок до 21 июля 2017 года нужно разработать и предоставить свой проект въезда в город со стороны Тирасполя на листах ватмана формата А1, пояснительную записку с описанием и обоснованием художественного замысла, а также электронную версию проекта. При желании участник конкурса может свой проект презентовать. 26 июля 2017 года проекты рассмотрит экспертная комиссия и определит имя победителя. Всего предусмотрено 3 призовых места с денежным вознаграждением в сумме от 1000 до 2000 рублей ПМР. Также будет разыгран и приз зрительских симпатий. Проекты будут размещены в сети интернет для голосования. Цель данного конкурса – создание привлекательного образа въездных ворот в город, развитие профессионального мастерства приднестровских архитекторов, художников и дизайнеров. С положением о конкурсе, а также с образцами документов можно ознакомиться на сайте Государственной администрации города Бендеры.